Привет всем! Привет. Мы в шикарном магазинчике, рассматриваем здесь подарки и сувениры. Ну, Наташа, показывай, что здесь есть. Мне вот эти понравились из стекла. 10,50. Такие подставочки. Прикольные. Нет, не могу, что не просвечиваются. Да, лучше так покажу. Лучше вот этот зеленый цвет какой. Очень красивый. Прогуливались, зашли, решили вам посуду показать, какая бывает. Сейчас вообще покажу. Вот нашли совсем классный такой подарок. Смотрите, распродажа. 10,50. Это $3, по сути. Посмотрите, какая штучечка. А две чашечки, такая вот обычная чашка. Наташа, а можешь показать, пожалуйста, вот, вытащить? Вот. Обычная чашечка вот сюда ставить, и вот такая чашечка, которая... Нет, ты из нее, наверное, наливаешь. Вот оставишь так на подносик. Да. И ну, подносишь. То есть за 10,50 вообще, ребята, ну, классные штучки. Это один из тех магазинов, в которые заходишь, тебе ничего не нужно, и, в принципе, тут все ну, дешево реально, и набираешь такой, все капец, и выходишь, у тебя денег нет. Кстати, а маски уже не нужны, мы просто одели, мы сейчас сдавали укольчик в нос, что я рассказываю такое, палочку в нос сдавали. Что это такое? Не могу понять. Стакан. А, подожди, не труси просто. А, там такая штучка такая, стоит 10 дирхам, и оно не вываливается, да? Да. Подожди, вернусь к чайничку, хотела чайничек показать. Это вот, знаем все, да, что кувшины, вот так, это такое, как бы, наследие Эмиратов. Это такой стоит 29,95-30 дирхам. Тоже очень красивый подарок. Вообще здесь есть много кувшинов. Подарок. Вот такие чашечки есть по 21 дирхаму. И вот такие наборчики 29,95. Ну, наборчик вообще шикарный, конечно. Уже тут и чашечки такие, и блюдечки. Ну, как бы, проблема только в том, чтобы ввести. Проблема в том, чтобы ввести просто. И вот такие вот мне понравились вот такие. Потому что очень разноцветные. Ну, 42 дирхама прилично. Вот это вот 42 дирхама стоит, да? Давайте посмотрим. А, нет, 26,95. Мне цвет понравился просто. Посмотри, какой цвет. Ну, какой же они яркие. Да, красиво. Можешь одну вытащить? Мне неудобно показать просто. А сколько здесь, интересно? 30-50 миллилитров. Мне нравится, потому что яркие. Вот. Ну, эти не такие яркие, но это вообще... Производство просто... Китай. Не, ну так все, ну, в Китае. Теперь посмотрите просто на это количество вот этих всяких вот чайничков. Термосы. Как термосы? Ну, термосы, чайники. Они в них и кофе, и чай заваривают, и в парк приносят. Вот и вот черные узорами. Вот такие вот. А цены и по 16, и по 50, и сколько? И... Ну, цены от 16 100, до 50. Сколько ходит-то? Ну, качественно. Ну, вот перед нами какие-то, вот смотри. Ну, вот пинк написано, розовенький. А приоткрыть можешь? Это пластик. Как он открывается, интересно. Слушай, сейчас поломаю. Ну, тогда, может, не открывай, ладно. Не, ну он же должен открываться, слушай. Он откручивается, это точно, что я поломала. Ну, вот это он. Вот приготовил, дома залил. И сколько такая штучка стоит? Ну, самая дешевая, наверное, уже стоит в дешевых рядах. 20 дирхам. 20 дирхам, ну, $5 где-то. Ну, прикольно. Вот вообще такой большой-большой-большой магазин. И сейчас тоже вам все-таки немножко покажем. Идемте отойдем, потому что местные женщины уже за нами идут. Не любят они видеосъемку. Любим мы в таких магазинах просто зайти и застрять. Что показать? Вниз. Возвращаю. О, для конфет. Это кубок чемпионов. 55 дирхам. 55 что-то для такого даже прилично стоит. Классно. А вот смотри, для конфет. Вот такие вот кубки красивые по 20 дирхам. Да, вот такой на подарочек привезти. Это а ну, можешь вот тут? Да, это стекло. Ну, понятно, хрусталь за такие не будет. Вот за 10 дирхам маленькая штучка такая. Ну, любой сувенир будет, скажем так, приятен из Эмиратов. О, мне вот такой понравился. Посмотри, какой. Ух ты, можешь его открыть? За 10,50. Чокнуться можно. Класс. Опять-таки, повторюсь, проблема обернуть и довести. Потому что вот такие блюда нравятся. 45, ну, приличненько, конечно. Ну, напоминает, знаешь, такую жар-птицу. Да. Ну, вот такие вот всякие фляжечки есть за 10,50. Ну, такой вот большой такой магазин с вот такими вот красотами. Все, что хочешь. 6,50 стоит. Ой, вот смотри, вот. Какой оригинальный. Ой, класс. Боже, какой красивый. Ну, подожди, стой, дай мне рассмотреть все это. И женщина местная, и верблюдики, и финики вон. И мужичок в кондоре, мальчик, точнее, в кондоре. Ну, красота, сколько же такое стоит? А вот... И он последний уже остался. Нет, по этому тоже. А цена есть? А ну, внизу цена, Наташа. Цена внизу. А, 39. 39, ну, больше $10. Классный. Ну, такой вот, действительно, знаете, интересный. Интересный подарок. Ну, вроде пока... О, Вимта. Вимта. Напиток Рамадана, нам от него было плохо, да? Да. Так, сейчас пойдем еще покажем, хочу найти обязательно здесь
всякие такие духи и ароматы. Здесь это все интересно. Наташа меня позвала. Нашли мы. Это что у нас это такое? Это пустышки. Это все пустые. Флаконы. Красиво. То такой есть покупаешь флакон, это? Да, я покажу. Да. Значит, это 6,50 стоит, да. Да, флакон. А вот цены 6,50. Стекло. Этот я не знаю, центральный. Надо узнать, сколько стоит. А вот такой стоит 10,50. 10,95 стоит. Такие вот. Боже, какой красивый. Тоже пульверизатор. То есть тут доливалочку можно сделать и себе путешествовать, да, и в сувенир привезти. Ты набираешь розовую воду, да? Ну да. И не из пластика, а из такой красоты. Ну, вот пластики, смотрите, тоже есть от дирхама 25 до 2,25. А вот ну тоже, в принципе. Это для бахура, наверное. Ну, бахур — это такую штучку, которую любят, да, разжигать, и она должна вкусно пахнуть. Ну, не знаю, у нас в почему-то принципе... у соседей она пахнет невкусно. Она дешевая, наверное. Вот и все. Ой, тут всякие, да, смотри, тут вообще все. И ряды всяких этого, баночек таких, вот не знаю, ну, даже это пластиком просто. Как бы никого не удивишь, но вот эти. Ну да, вот сколько это стоит? 11,50. 11,50 стоит. Что еще здесь есть? Вот большие баночки есть, сюда всякие семена, финики бросать. 6,75. Ну, тоже большие. Все сыпучее, что-то. Да, по 7,50. Ой, что это такое? Боже, красота какая. Какая ерунда, это всякие там. Не, посмотри, она как трусики вот такие вот, да? Трусики. А сколько что же она стоит, действительно, не знаю. Не знаю, бесплатно, наверное. А как, это не цена здесь? Нет, там что-то китайцы пишут о себе. Ну, если, конечно, нам понадобится, мы узнаем. Ну вот, за 37 вешалки всякие. О, сколько такой стульчик вот у нас стоит? 11,50 раскладной. Да? Ну, 11,50. Так, народ, знаете, почем в вашей стране такой стульчик? Пишите обязательно. Китайский очень, да. Ну да, удобно, вышел, сел и нормально себя чувствуешь. О, кстати, людей очень мало, несмотря на то, что сейчас почти 8 вечера, уже как бы все должны выйти на прогулку, то есть погулять в молы. Людей на самом деле очень мало. Все проходят эту штуку трогают, и девочки тоже прошли это с рюшиками. Что, Наташ? Да я вот думаю, она быстро облезет. А, в ванную? Да. 30 дирхам стоит? Не знаю. 30 не может, так уж и быстро, не знаю. По 26,95 есть, это тоже 26,95. А это сколько? 27. Вот это не быстро, но она ни о чем, да? Хотя... Да, это маленькая какая-то ванну типа штучка. Ну, а вот и пластиковая есть. Жизнь без пластика не жизнь, да? Ой, смотри, какая это мыльница прозрачная. Такая, ой. Какое там здоровое, какая-то мыльница. Смотри, там видно? А это набор. Набор целый. Сколько? 5, 5, 5. А ну, сними, потому что оно чуть-чуть отсвечивает. 5,25. Прям Шанель, да? Не, мне вот такое нравится. Вот это вот, о, 2,25, вот такая вот. Да, тут боксик симпатичный. Мне это нравится. Классный такой. Рабы брендов, да? Шанель, надо. Так, за что-то мы никак не доберемся до духов. Не останавливаемся мы мимо штучек, дрючек и сувениров. А мне вот эта штучка понравилась. Что она такое, я не могу понять. Ну, чудесно, а, наборчик. Все, я поняла. Ребенку подарок, который космосом увлекается. Космосом увлекается. А тебе что понравилось? А вот, ну как, они не очень понравились. Ну так, оригинально. Ну, оригинальные тарелочки 9,95 стоит такая. Красиво, да, красиво. И знаешь, такой цвет такой, как и в Турции, глазики такого цвета. Вот, ну, оно, наверное, сделано. Бело-синий. А вот это вот, смотри. Сугар, порцион, что-то. Ну, это ж, кстати, прям... для сахара, для сахарницы, да, большая нет, какая. Это не сахар. Это как сахар так любить надо. Я думаю, это они так назвали порцеляну. Типа, а, это ну, не может. Ну, хотя это порцелян, не может. Ну, вот за 2 дирхама. Что за подарок такой классный? Вот, смотрите, пожалуйста. Мало денег из Эмиратов. Привозим вот такой сувенирчик. О, денег в Эмиратах смешно. Ну, знаешь, как они заканчиваются, что скажешь? Денежки не заканчиваются. Сейчас, подождите. Переведу камеру. Смотрите, какой подарок. Ну, вот, идеально, просто идеально. Смотрите. Ну, так, поприкалываться чисто. Хотим тебе помочь. Так, ну. Ой, мне вот это нравится. Смотри на нож. 16,50, ну да, так. Штучка на ножках. Напоминает Алиса Милофон у меня. У тебя, кстати, открыта сумочка. Ну, что? Мне ничего не нужно. Что еще здесь есть? Вот. Тарелочки. Всякие. О, интересно, такой... что здесь написано. Я тебя люблю. Надеюсь, ничего плохого не написано. Ну, переверни, почем цена. 16,50. А вот такие штучки у нас 9,50. А маленькие
Порцеляночки 6,75. А вот тоже, о, это симпатично, это вот красиво. О, это красиво. Как раз что-то для сыпучек. Может, и сахар. Вот, еще и арабская такая надпись. Ну, 9,95, уже, знаете, неплохо, да, упаковано. Уже. Если рюкзак или в чемодан кинете, большая вероятность, что не разобьется. А вот это вот, не смотри. Так. Нет, это не очень нравится. Мне тут, ну, посмотри просто, ну, класс. Написано арабскими, с сердечком, ну, да. Такой. Вот и мисочка. Все-таки это интересно, надо будет спросить. Там народ там, кто может знает арабский, хорошо, пишите, что значит. Непонятно. Ну, непонятно. Ну, я не думаю, я уверена, что никакое не ругательство. Зачем вам писать? Так что. Вот. И всякие штучки-залипучки. Смотрите, даже такой вот узор, он разного цвета. Это какой-то серо-фиолетовый, это зеленый. А ну, зеленый узор почу. 20 дирхам. А, плохое качество, смотри. Золото полезно. О, Наташа уже сразу такая, опа, брак, все, разобрались. Вот это вот красота, что-то такого, такого гранитового цвета, 4,50 стоит. А тарелочки, видно, разные. 7,75, а вот 3,75. О, смотри, нравятся такие наборчики для разных этих. Да, вот они, оно как должно быть. Вот как оно есть, да, должно быть, как оно есть. А цена 29,95, 30 дирхам. Вообще, в принципе, нормально. Ну, это мы вернулись, да, это мы здесь были уже, по-моему. Сейчас пойдем еще на первый этаж посмотрим. 10,95, 10,50, 10,90. Ну, идем еще куда-нибудь. Идем. Посмотрите просто, какие смешные тут названия. Смотрите, какие-то острые. Если вы поняли, мы зашли чай и кофе. И это такие маленькие растворимые чаи. Вот чай карак джинджер. Ой, интересно, вкусно. Just Chill. Мне кажется, он такой жесткий будет. Кардамон. Ну. Не, это фирма Just Chill называется. Чай. Я думала, вообще это с перцем. Чем мы за чайком, за кофейком чай, зашли. Карак. Интересно, оно вкусно будет. Можно попробовать? Да, давай. А какой? Тебе джинджер возьму? Не-не-не, а смотри, тут другая фирма. Смотри, Instant и что тут? Кардамон. Шафран мне не очень нравится, он как химическое практически всегда. Ну это вот всегда. Народ, когда совсем, совсем вот мало денег, вот это вот если в офис привозить, привезите, ну, да. Будет прикольно, действительно. Нынче карак стоит, это чашечка сколько? Вот, ну, еще есть это 10, 2 где пару дирхамов, а есть где 10 дирхамов. Вот же. Ну это так прикольный сувенир, действительно. Интересно, какой самый вкусный? Этот всем. Тоже так, карак-чай. Я, самый... наверное, возьму карак-чай. Вот самый модный. Карак-чай, тебе давай джинджер. Да-да-да, я еще. Да, еще. Покажу, что, наверное, мы возьмем. Мне джинджер? Тебе джинджер, а мне карак-чай. Подожди, я еще увидела там пакетики. Смотри. Это кофе. О, это тоже. Это стоит 5,75. Это прилично. Это один пакетик. Так, 5,75. Значит. Это арабик кофе. Натуральный. Гловс. Это... Гвоздика. Гвоздика. Это кардамон. Кардамон. И что уже угадала? Я увидела. Шафран. Да. Шафран. А он по 8. Реально, посмотрите, 5,75 и 8. Ага. Шафран дорогой. Это джинджер. Джинджер. Да, имбирь. И все. И все по 5,75, а шафраном по 8. Вот это шафраном. Так как магнитик стоит примерно. Что это? Капучино. А еще такой? Покажи, арабский 20. Кофе, еще вот это вот такой рыжеватый вкусный кофе. Его тоже классно привозить на сувенир, но цена какая. Вот мы вот такой привозим, моя мама любит. Он турецкий, крепкий такой, хороший кофе. Но он тоже с кардамоном, да? Этот с кардамоном, этот нет. Ага. С кардамоном обычно красный еще нет, добавка, да? Зеленого цвета в пачку идет, чтобы было видно. Ну, типа, вот-вот. О, так подожди. Кардамон всегда вот такой зеленый. Да, я еще закончу идет. Тему этого. Вот же еще есть Нескафе, делает для местного рынка. Это пачка, да, за три... Сколько тут? Я даже не понимаю, сколько тут штук в это. 20 штук, 30. Блин, 56. Дирхам, ого, а одна штучка сколько стоит? А вот стоит? Еще, смотри, сувенир, растворимый джинджер кофе. Растворимый джинджер, кофе женьшень, вот. Ты все время путаешь, джинджер. Ой. Это имбирь. Это имбирь, да. Ну, и вот. Что, это вкусно? Сколько, ну, это стоит? 6,75. А вот это сколько одна штука стоит? Нескафе, который делает, это карак или что? Ну, оно пару дирхам обычно стоит, тут нет цены, как бы... Сейчас. Но вся пачка 56 дирхам, это очень дорого. 20? Это дорого, да. Слушай, ну, как по мне, это очень дорого. Еще, ну, предлагаю взять вот это вот и себе чаек тоже, Ахмат, возьму. Хорошо. Думаю, чай закончился, возьму пока. По чаевничаю. Школу брать себе, все. И вот такие берем себе пока.
Вот смотрите, решили вам показать распаковочку. Чайничек кипит уже, звук такой идет. И сейчас распакуем, покажу вам, что там за субстанция внутри. Подразумеваем, это как маккофе просто. Ну, а реально, что оно тут может быть? Давай, наливай в чашечку. Наливай. Ну вот, вот, подожди, дай-ка я ближе покажу. Ой! О, имбирь! Наташа же закашлялась. Ого, ого, ого! Вот имбирь, реально имбирь. Это я вдохнула. Хороший сувенир будет. Ну, это такой приятненький аромат. И вот. А по цвету, смотри, у тебя другой немножко. А ну, подожди. Да у меня светлее, у тебя серее как-то. Но сахар тут на первом месте. Да, ну вот, как мы и думали, наверное, маккофе. Сейчас так, 150 миллилитров, я не знаю. Сколько мы прям ровно 300 залили, сейчас посмотрим, залили. Как оно будет. У меня такое рыжеватое, а у Наташи такое серовато-темноватое. Ну, конечно. Ну, сейчас выйдем котиком и с котиками попробуем чаёк. Слушай, аромат такой прикольный. Ну. Пока как сувенир рекомендую. Мой пахнет. Вот, кошечка уже с нами на чаепитие. Наташа с двумя этими стоит. И наши стульчики. Сейчас поставим и будем с котятками, надеюсь, остальные тоже придут чаепитием заниматься. Ты будешь пить с нами? Чай будешь, кошка? Не будет. Ну что, народ, присели возле нашего дома. Сейчас будем пробовать. Даша говорит, запах обалденный. Класс, слушай. Это не маккофе, это, ну, да, имеется в виду, чай, не такая гадость, что как бы три в одном, ну, оно три в одном, понятно, все. У меня, ты права, такой вкус лимончика даже чувствуется, и чай, и молока. Ой, а у меня так прямо, знаешь, как, немножко печет, вот как имбирь реально, слушай. Это нормальная вещь. Рекомендую. Да. Так что народ, как сувенир, очень классный. Не в целях рекламы. Да. Хотя вы могли бы кому-то заплатить. Просто облегчите рабочий день в офисе или просто... Ням-ням. Создадите домашний уют. Так что вот эту штучку брать можно. Кошка сидела. Что они делают? Непонятно. Кошка, там зайти можно, не обязательно пролазить. Кэти. Она с нами смотрит. Она погана. Она с нами пьет чаек, да? Где-то брательник вышел отдохнуть. Мама ее пришла, покушала, ушла. Ну, а кошка с нами. Ну вот, похоже, парфюмов здесь нету, зато смотрите, один из лучших сувениров. Вот даже здесь наборчик есть, этот вот бальзам, очень хороший, мазать тело, уходят все боли, особенно ревматизмы, вот такие вот, смотрите, значит, капельки, это виски втирать, да, это масло, и сам бальзам, почему? Вот, почему? 17,50 стоит в наборчике. Мне вот это интересно, что это? О, Наташа, это нашла конфетки что-то. Типа? Это конфетки, я думаю, да. Мёд и это добор делают. Да, это вот, а вот такой бальзам я привожу, 9,75, но я тоже беру его, вот, когда вот на распродаже бывает. Еще мы любим Занду, вот он называется Занду. Это вот 5,25 стоит и 2,50. Ну, классная вещь, очень классно разогревает. И моя мама обожает Мув, тоже я привожу, разные варианты. Смотрите, даже в брызгалках есть. В брызгалках удобно, если не можете достать до каких-то уголков своего тела, то просто брызгаете и все. И тоже есть на распродаже. У меня вопрос, это ты не вот это хотела купить себе? Совой? Нет? А, ну вот такой, да, но это антисептик, а мне именно нужен был вот такой вот. Это и то антисептик? Да. Бёрли, Лив, почему? Ну вот такой неплохой я брызгала себе в школе, вот очень классный. 26? Угу. Да, он дорогой. Нет, 12,95 стоит, да. Ага, ну, вот такие вот сувениры. А вот распродажи, кстати, тоже есть. Да? Вон там вот они стоят. 5 плюс 1. А, вот оно. О, вот оно. 3 штучки, 10,50. Это отличный подарочек просто. Вот. Ну, чтобы вы были здоровы. Вот, вот целая куча. И бальзам тигриный. Вот такую штучку зеленую мы во Вьетнаме первый раз попробовали. Тоже классно и мазать, и нюхать от всяких болезней, от вирусов. Ну, в общем, тут тоже набор такой приличный есть. И скажу вам, что Панадол, что очень важно, очень классный здесь. То есть, не дай бог что, конечно, дай бог, чтобы он вам не понадобился, но Панадол в Эмиратах очень действенный. И вот такой аспирин С, да, Наташа, вот такой, ну, не совсем, чтобы от похмелья, а вот от головной боли тоже очень хорошо. И вот такое вот, кстати, масло гвоздики тоже есть. Ну, в общем, когда сувенир на здоровье, это тоже очень приятно. Вот. А, видимо, здесь нету
Здесь нету парфюмерии, поэтому парфюмерию как-то уже покажем в другом магазине. Ну, вот такое видео кругом бегом сегодня. Вот такие магазины есть, в принципе. И в Абу-Даби, и в Шарджи, и в Дубае, и у нас в Ульяне. Так что заходите, все будет хорошо.